Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по плетению фигурки в виде сердца без сквозного отверстия на зажимном приспособлении для моделирования проволоки Викджик Делфи в технике от Владимира Дзюбы. Ссылки на Викджик и на канал Владимира Дзюбы вы найдете в описании под видео. Затем мы сделаем сутуар из оплетенного сердца с коннекторами, которые делали в прошлом видео. Мы будем использовать медную проволоку 0,8 мм и кристалл сердечка размером 2,5 см. Сердечко может быть из стекла, акрила или камня. Делаем набор из 8 штырьков. Для расширения петель разрежем на кусочки пустой стержень от ручки. Нанизываем трубочки на штырьки. Оставляем конец проволоки 4,5 см и начинаем обкручивать штырьки. Снимаем заготовку и устанавливаем еще 3 дополнительных штырька с трубочками. Последнюю петлю заготовки нанизываем на первый штырек и продолжаем обкручивать штырьки. Снимаем заготовку, разворачиваем ее на 180 градусов. Нанизываем последнюю петлю на первый штырек и формируем 16 закрытых петель. Обжимаем заготовку плоскогубцами с силиконовыми насадками. Зажимаем первую пару петель и перекручиваем на 360 градусов. Повторяем те же движения. Открытую петлю разворачиваем на 180 градусов.
Концы перекручиваем на 360 градусов. Слегка отбиваем заготовку с изнанки. Делаем чернение серной мазью. Как делать чернение, смотрите подсказку. Продеваем один конец проволоки через открытую петлю и скручиваем два конца. Откусываем лишние концы и формируем отверстия для крепления. Придаем заготовке форму сердца и примеряем кристалл. Зажимаем сердечко петлями, как клапанами. Чтобы медь не темнела, покрываем поверхность металла ОФ-лаком и сушим под лампой. Теперь можно приступать к сборке сатуара. Царь Давид молился о своем сердце. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Почему Давид просил себе именно чистого сердца, а не славы или еще большего богатства? Верят в существование Бога многие люди, и даже бесы веруют и трепещут. Но вот можно ли любить Бога? Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Бог есть любовь, Он источник любви. Вот поэтому царь Давид называл: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Без святости никто не увидит Бога. Вот для чего царю так было необходимо чистое, любящее сердце, которое мог сотворить в нем только сам Творец. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!